своими глазами. Хлеб и хлебобулочные изделия крупнейшего производителя в стране Фрунзе-Луца дорожают из-за роста цен на газ и электричество. Комбинат повысит цены на весь ассортимент, за исключением социального хлеба. Об этом компания сообщила в пресс-релизе. В связи с введением новых тарифов на природный газ, топливо, электроэнергию, Фрунзе-Луца решила дополнить объемы производства социального хлеба в сети специализированных магазинов. Таким образом, начиная с 1 февраля текущего года, производство социального хлеба Кишинев будет увеличен на 54% без изменения конечной цены для потребителей. Это действие подтверждает стремление компании основывать свои действия как на социальном, так и экономическом расчете. В связи с этим, с учетом тех же обстоятельств, с учетом расходов, понесенных Фрунзе-Луца, компания приняла решение повысить цены на весь ассортимент хлеба, кроме упомянутого выше социального хлеба. Корректировка цен неизбежна, так как затраты пока не достигают уровня себестоимости продукции. В результате цена на хлеб пересчитана с учетом конъюнктуры рынка при закупке всего сырья, подорожания природного газа, топлива, электроэнергии и будет отображаться с начала февраля, сообщает компания. Отмечается, что в прошлый раз Фрунзе-Луца поднимала цены на продукцию в 2015 году.